Новые технологии требуют грамотных людей. Учебный центр, где будут обучать слушателей основам функционирования криптовалютной экономики, а также майнингу и биржевым операциям, открылся в Каракасе, Венесуэла. Такое решение появилось вскоре после запуска национальной криптовалюты с нефтяным обеспечением «El Petro». Обучение в центре будет бесплатным. Между тем, президент Николас Мадуро утвердил ресурсы для университетов по всей стране для открытия майнинговых ферм. Майнинговые фермы будут оснащены всем необходимым оборудованием, которое может вырабатывать криптовалюты любого вида.